2 марта 2014 год. Нам война не нужна. А вы не подскажете, что это? Мы за мир, война не нужна. Вы представляете, какие силы? Пророссийские, проукраинские? Мы народ просто, нормальный народ. Жить в мирной Украине. Хорошо. Без всякого насилия с разной стороны и решать самостоятельно все свои вопросы, без вмешательства извне, без всяких сценариев. То есть внеблоковый статус, да? Украине придать внеблоковый статус? Да мы, если будет такая ситуация, здесь дело не в блоковом и в неблоковом. Если нас заставляют, вот сейчас Россия делает все, чтобы нас куда-то впихнуть. Ага. Провоцируют вражду между людьми. Причем не люди, а они провоцируют сверхстоящие. Народ и тот хочет мира. Никто не хочет воевать. Но делается все, потому что для своего личного, так сказать, достижения, чтобы не потерять личного президента. Надо, знаете, что сказать? Надо говорить федерацию делать, потому что Германия федеративная. Правильно? Штаты федеративные. Когда будет федерация, все будут, как говорится, зависеть не от Киева, а будут зависеть друг от друга, которые тут находятся. К сожалению, у нас такого менталитета. Вы же не против, я это видео выложу в интернет. Сейчас Херсон, Николаев. Мы против федерации. Против. Ну почему против федерации? Так они остаются в Украине. Ну, в общем, я так понимаю, тут просто гайд-парк, и каждый высказывает свое мнение. То есть я почему обратил внимание, Майдан один есть возле памятника Шевченко, второй возле... Это все люди, которые защищают. Оттуда, да. А вы не побоялись подойти сюда? Мы боимся. А что нам уже бояться? Поспешные выводы не делайте, потому что 2-3 человека еще не делают погоду в Украине. Вот прислушивайтесь. Подождите, я объясню просто, чем я занимаюсь. Я сегодня в социальных сетях прочитал, что Евромайдан сегодня не собирается. Я уже видел. То есть даже на страницах Евромайдана написано: не выходите, не провоцируйте, символику не приносите. Но я как бы там с женой, говорит, ну не может быть такого, чтобы кто-то не вышел. И я решил съездить. Никого не заставляют. Я ж почему... Ну вы вот на нейтральной территории, я почему и спросил. Там как бы Евромайдан, здесь за Ленина, ну за Россию будем говорить. Мы за Ну, в общем, радует уже то, хотя бы, что не испугались люди, потому что я, честно, вчера аж расстроился страшно. Спасибо большое.